интересный и долгожданный. Задумался в 1978 году, но потом так же не сложилось, что начало Олимпиады, затем развал Советского Союза, 90-е, и к проекту «Объективности ради» приступили лишь после решения председателя правительствующего тогда Владимира Владимировича Путина в 2015 году, когда он поддержал реализацию этого проекта и двинул с мертвой точки. Сегодня мы с вами можем говорить о полности проекта и запуску. Строительство нового аэродромного комплекса состояло из четырех частей. Первые две части – это строительство инфраструктуры, необходимой для того, чтобы запустить в работу аэродромный комплекс и аэровокзал, для того, чтобы мы приступили к обслуживанию пассажиров, к обеспечению взлета, приземлений воздушных судов. Первые две очереди завершены, получено заключение о соответствии от Ростехнадзора. Нам остается завершить в следующем году строительство и оснащение административного здания Госкорпорации по организации воздушного движения, а также необходимо будет уже в следующем году дооборудовать аэродром до второй категории Международной организации гражданской авиации систем посадки. Работы полностью завершены, аэродром готов к работе, и мне хотелось бы вручить сертификаты соответствия на аэродром и оператору аэропорта, это САР Аэро Инвест, в подтверждение того, что этот комплекс работ завершен. Получается сертификат соответствия на аэродром. Что касается нашей ответственности, нашей страны, это электроснабжение, газоснабжение, связь, водообеспечение, водоотведение, все виды инфраструктуры, автомобильные дороги, 12 километров северный подход, 13 километров южный подход, соответственно, железная дорога, пригородные сообщения, все это построено и все это готово для работы. Что касается перспектив, спасибо, мы над ними работаем с первого дня, когда эту также мысль обсудили. Нам, соответственно, соответствовать вот такому аэропортовому комплексу нужен железнодорожный подход. По южному направлению мы уже приступаем к проектированию эстакады. Я думаю, в следующие годы возможно уже приступить к реализации. Все, что касается, прежде всего, пассажира, который за последнее время ушел у нас в другие услуги, в другие аэропорты, то есть и это Воронежская область, Самарская, Волгоградская. Наша задача вместе сегодня с бизнесом оказать всяческую поддержку и помощь, чтобы вернуть клиентов. Та мощность, которая рассчитана более миллиона человек, в этой части мы должны работать. Это наши жители, и услуга совершенно правильно должна быть именно по возможности. Мы сегодня с Вячеславом Викторовичем затронули тему развития транспортной инфраструктуры. Об этом мы уже сегодня говорим. И наличие доступа по реке Волге и создает такую уникальную возможность для того, чтобы развивать не только аэропортовый комплекс, но и гостиничное хозяйство, и интересные туристические проекты на базе этого логистического комплекса. Я думаю еще раз, что у проекта очень интересная перспектива. В ряду праздничных тем я бы все-таки хотел бы поднять одну проблемную, которая важна очень, потому что аэропорт, безусловно, в ближайшее время должен стать полноценным международным аэропортом и обеспечить надлежащие услуги для международных пассажиров. У нас не дорешен вопрос по пункту пропуска. То есть у нас сегодня есть временное решение, которое действует до конца октября. И нам бы хотелось, чтобы мы не откладывали это и все-таки нашли решение для того, чтобы пункт пропуска был надлежащим, да, соответствующим. Спасибо, поэтому просьба
к коллеге, к вам, к нашим партнерам по частному государственному партнерству все-таки совместно найти решение и обеспечить то, чтобы после октября он функционировал надлежащим образом. Министерство транспорта, во-первых, решением, распоряжением правительства, которое правительство 20 июля 2019 года выпустило, открыло международный аэропорт Саратов для внутренних международных воздушных линий. Но понимая, что аэропорту нужно двигаться, развиваться, для него международный сегмент очень важен, мы провели ряд мероприятий и с операторами, и с коллегами из надзорных и специальных ведомств, и подготовили решения, которые позволят новому аэропорту осуществлять пропуск через государственную границу с первых дней его работы. Хочу сказать, что 15 августа вышло поручение правительства для всех контрольно-надзорных органов, которые откроют этот процесс, и с первого дня своей работы аэропорт сможет летать за границу. Не останавливаемся над этим. Государство вкладывает полмиллиарда рублей в развитие международного пункта пропуска в оборудовании, в специальном оборудовании. И к апрелю следующего года мы введем его в полном объеме, в полном формате, и он позволит пропускать более 640 пассажиров в час, что полностью будет соответствовать пропускной способности аэропорта. Ну и кроме этого, хочу сразу доложить, что мы уже вместе с регионом, активно с губернатором, работаем над развитием региональной сети, думаем над тем, как нам развить местную сеть, и будем выходить на эти решения, готовим дополнение к постановлению правительства 1242, включение аэропорта в состав условных аэропортов. Для нас очень большая честь, что первый технический рейс в аэропорт Гагарин выполнена наша авиакомпания. Спасибо всем, кто был сегодня в борту. Спасибо, что лично нашли время поглядеть на нашем самолете, на спецлодке. Что касается оператора аэропорта, аэропорт регионов является для нас хорошим, давним и понятным партнером, который понимает все проблемы, которые стоят перед низкий бюджет авиакомпании, знает все наши технологии и, самое главное, обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в соответствии с нашими требованиями. А требования наши достаточно жесткие. Не более 30 минут на земле самолет должен проводить от момента установки лодок до вылета. Поэтому я уверен, что аэропорт Саратов станет еще одним аэропортом в нашей маршрутной сети, где аэропорты регионов смогут эффективно и качественно обслужить наших клиентов. У нас новейшие самолеты, опытнейшие пилоты. И очень обидно, когда вот в такой аэропорт мы будем подлетать и из-за погодных условий, которые в принципе во всем мире не являются сложными, мы будем улетать на запасные аэродромы, тем самым увозя наших клиентов, доставляя неудобства прилетающим, улетающим, встречающим. По второй категории есть какие-то сроки? Конечно, у нас сейчас проект на выходе, вот, и второй категории, как только проект выйдет из госэкспертизы, мы приступим к этой работе. Средства у нас есть. В известный сложный переходный период ЖИЛ откликнулась на просьбу поддержать воздушное сообщение Саратова с другими регионами, хотя в планах на этот год, честно должен признаться, этого не было. В частности, на московском и сочинском направлении. В ближайшем будущем мы останемся верны этим обязательствам, продолжим выполнение этих полетных программ. Но решение о полете в осенне-зимний период с учетом ряда сверхнормативных задач и производственных программ, которые выпали в этом, опять же, в 2019 году, в частности, по возобновлению воздушного сообщения с Республикой МРЛ, мы решение окончательно будем принимать среди своих коллег с воздушными судами большей кресельной вместимости уже, Вячеслав Викторович, ближе, наверное, к октябрю-ноябрю текущего года. То, что касается рейсов Аэрофлота, вот уже послезавтра, в день официального открытия аэропорта, сюда прилетят первые рейсы. Потом, естественно, мы оценим пассажиропоток, условия и примем решение либо о увеличении количества рейсов, либо о увеличении емкости самолета. Мы, как авиакомпания, которая сегодня выполняет 4 ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в аэропорт Центральный, прекрасно знаем, как сложно выполнить свои обязательства перед пассажирами, обеспечить регулярность, особенно в период осенне-зимней навигации, летая в этот непростой по своим внешним условиям аэропорт. Здесь, я надеюсь, ситуация будет меняться, изменится значительно, это очень важно. В соответствии с отраслевыми стандартами, со стандартами авиакомпании, наши профильные специалисты провели полный аудит аэропорта Гагарин.
Буквально три дня назад региональный представитель мне докладывал о том, что аэропорт полностью соответствует всем нашим требованиям. И уже 20-го числа мы начинаем выполнять свой регулярный рейс из московского аэропорта в Уманье. Есть, конечно, пожелания к оператору аэропорта работать над стоимостью обслуживания в аэропорту, иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку. А для меня большая и высокая честь присутствовать здесь, на этой церемонии. И от отряда космонавтов Роскосмоса, от Центра подготовки космонавтов хочу поздравить всех с открытием этого прекрасного современного международного аэропорта имени Юрия Алексеевича Гагарина. Знаете, саратовская земля для меня связана с самыми прекрасными годами моей военной службы. Я именно отсюда поступал в отряд космонавтов. Именно саратовская земля, можно сказать, указала мне путь в космос. И каждый раз, пролетая еще буквально полгода назад с МКС, я наблюдал нашу родную саратовскую волжскую землю, эти узнаваемые мосты, этот город и даже строящийся терминал. Поэтому для меня это большая честь и ответственность присутствовать здесь. Я поздравляю руководство, кто принимал участие в том, что здесь построено. Также я хочу поздравить всех жителей города и области с этим знаменательным событием. Дорогие друзья, уважаемые гости, наступает исторический момент. Уважаемый Юрий Георгиевич, уважаемый Сергей Валерьевич, просим вас передать ассистентам памятные знаки с вашими автографами для установки на аллее космонавтов. Необходимо сказать, что работы останавливаться не будут, потому что есть планы расширять аэропортовый комплекс. Для этого нужно многое делать. В первую очередь, чтобы аэропорт Гагарин был признан как аэропорт узловой. Необходимые заявки на это поданы. Мы надеемся, что Министерство транспорта нас услышит, и это придаст новый импульс развитию уже аэропорта Гагарин. И надеемся, что как можно быстрее это состоится. Вместе с этим изучаем в том числе логистику, транспортные подходы. Аэропорт отличается тем, что два автомобильных подхода, южный и северный. Конечно, нет пределов совершенства, но хочется, чтобы на южном подходе был построен путепровод, учитывая, что сегодня железная дорога его разрезает, и есть опасность, что будущий пассажир может опоздать из-за того, что простоит на, соответственно, переезде, который сегодня бывает закрыт. И это также задача на будущее, потому что проектировать необходим путепровод, профинансировать. И в ближайшие, надеюсь, 3 года мы ведем в эксплуатацию. Кроме этого, говорим о необходимости более комфортно добираться от перрона до здание аэропорта, и здесь вот отдать должное мистеру Фельдсовичу. Сегодня прошли этот маршрут ногами, у него родилось решение, которое будет временным на ближайшие 3 года, чтобы этот путь был закрытым и позволял бы будущему пассажиру, несмотря на дождь, снег, какие-то другие погодные катаклизмы, иметь крышу над головой. Почему говорим временное? Потому что в течение 3 лет, надеемся, железная дорога построит специальный отдельный терминал, где будет уже перрон и пол электрички на одном уровне. И дальше траволатор с тем, чтобы наши пассажиры могли комфортно добираться. Это отдельный проект, необходимо отводить в землю, заниматься предпроектированием, проектированием. Мы надеемся, что в течение 3 лет этот проект будет завершен. Мы сегодня обсуждали вопрос, который, возможно, новый для Саратовской области, но и неожиданный, исходя из задач, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Развитие региональной авиации. Речь идет
о строительстве аэропорта Балаково. Мы считаем, что этот проект вполне реализуем и надеемся вот вместе с губернатором его реализовать также в ближайшее время. У компании «Аэропорты в регионе» накоплен уже достаточно серьезный опыт по строительству не только современных качественных аэровокзалов, но и строительство аэропортов с нуля. Это у нас второй аэропорт, и мы его уже реализовывали совместно с нашими государственными партнерами, имея определенный опыт и понимание того, что нужно и как нужно делать. Хотел бы подчеркнуть только один принципиальный фактор. Мы все время стараемся реализовывать проекты, имея четкий приоритет с точки зрения оказания качественных услуг пассажирам. Качественных, надежных, своевременных, комфортных. И нам очень хочется верить, что аэропорт Гагарин будет и уже отвечает тем требованиям, которых нам предъявляют пассажиры.